Для артистов, которые принимают участие в сегодняшнем концерте, исполнение мечты – это иметь возможность выйти на сцену и дарить своему благодарному зрителю частичку своего сердца и теплоту своей души. Дарить и надеяться, что его искусство поможет ему самому и всем окружающим жить легко и светло. И вот таким примером может послужить актриса, певица, которую мы сейчас хотим пригласить на нашу сцену. Нам очень приятно представить эту очаровательную девушку. Зовут ее Екатерина Шлема. Она увлекается поэзией и прозой, играет в спектаклях, изучает музыкальные инструменты, профессионально занимается вокалом. Дорогие друзья, встречайте! Для вас поет лауреат международных конкурсов и фестивалей, фестиваля «Звезда надежды», юная и талантливая петербурженка Екатерина Шлема! Аплодисменты, друзья!
Екатерина Шелева, аплодисменты, друзья! Ансамбль жестовой песни «Поющие сердца». Ваши аплодисменты хореографической студии «Триумф». Так что буквально открыт наш концерт.